истории бывают, когда завалила горелку. А завалила горелку, полная камера сгорания, пеллет. Почему это происходит? Вот как я уже до этого сказал, обязательно закрывать крышку бункера, когда ее бывает не закрыли, засыпали топливо, забыли закрыть. Возможное горение пошло в шнек. Там стоит датчик внизу в шнеке, как при повышении температуры он включает режим защиты. Котел переходит в режим ручного управления, включает шнек, и шнек в течение 5 минут выталкивает все гранулы, чтобы не допустить возгорания бункера. То есть он выбрасывает все гранулы, они такие вот кучкой такой образуются в камере сгорания, ну и котел соответственно выключается и сообщает о тревоге, о неисправности.